Ольга, сегодня был тренинг «Сумасшедшая вылазка с домом голоса». Как вам этот тренинг? Ну, мне очень понравился. То есть мне очень хочется петь красиво. И то, что сегодня вот было на природе, то все было замечательно. Почувствовала то, что голос, да, действительно начал разрабатываться. Показали вот какие-то упражнения, да, что как дома вот надо это все повторять, делать. Что нет ничего невозможного. То есть каждый человек, он от природы умеет петь, просто надо этим научиться, слегка хорошего специалиста особенно. Это очень быстро получится.